Я Дмитрий Ковалев, старший редактор национального телевидения. Работа в редакции новостей – это бешеный ритм и гимнастика ума. Попадешь сюда раз – затянет на долгие годы. И за это я люблю национальное ТВ. Каждый день новые знакомства, встречи, друзья, с которыми ты идешь одной дорогой. Люблю свою работу за постоянное чемоданное настроение. Результат нашей работы видят миллионы, ведь мы вещаем на всю страну. А мы видим то, что показывают далеко не всем. И еще одна причина – это дружная команда, которая делает по-настоящему качественный продукт.